Быть или не быть гаражам в районе блокированной застройки в пойме реки Сатис – этот вопрос стал ключевым на очередных публичных слушаниях. Администрация решила внести изменения в правила землепользования и застройки и исключить из территориальной зоны Ж-33 условно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта. Если перевести с канцелярского на русский, в зоне блокированной застройки нельзя будет возвести отдельно стоящие гаражи. Местные жители отнеслись к инициативе крайне негативно, о чем и заявили на слушаниях. Наш участок выходит с видом на речку. То есть на момент, когда мы приобретали участок, соответственно, аналитика была следующая. Да, мы приобретаем участок, он у нас не выходит на дорогу, но у нас будет возможность в дальнейшем построить гараж для хранения каких-то вещей или, возможно, автомобиля. Этот критерий, я не знаю, как для других, для меня этот критерий при выборе жилья был существенным. На данный момент, принимая решение о запрете, по сути, вы ставите меня в ситуацию, в плохую ситуацию, потому что все мои планы, которые были первоначально, они рушатся. Условно разрешенный вид использования хранения автотранспорта был на указанной территории долгие годы. Почему его решили исключить сейчас? С этим вопросом жители и пришли на слушание. В комиссию поступило несколько заявлений, в том числе одно коллективное с 14 подписями о несогласии с этой инициативой. Ключевая задача формирования территориальных зон – комфортное проживание горожан. Новшество, предлагаемое администрацией, по мнению тех, кого оно напрямую касается, идет вразрез с этим тезисом. Ухудшение положения всех собственников, реально, ухудшение положения всех собственников. Они утверждают. Кто, проголосуйте, пожалуйста, кто считает, что их положение ухудшается? Данное решение. Вот видите, ухудшение. Дискуссия между горожанами и членами комиссии длилась почти полтора часа. И что станет ее итогом, вопрос пока открытый. Жители Прибрежной надеются, что их голоса были услышаны, и администрация не будет ущемлять их права, исключая возможность построить рядом с жилыми домами гаражи для личного транспорта. Еще одно предлагаемое изменение в правила землепользования и застройки вводит новые требования к архитектурному облику новых объектов капитального строительства. Двери прозрачные на входах, остекление всех балконов при новом строительстве, предпочтение – это принцип «двор без машин», все парковки за пределами двора, либо подземные. Что еще? Это единый уровень отметок пола этажа входной зоны, чтобы это доступ инвалидов и маломобильных групп населения осуществлялся с одного уровня земли. Кроме того, определена максимальная высота потолков – 4,2 метра. Запрещено использовать керамогранит, сайдинг, поликарбонат и панели ПВХ при отделке фасадов, а также цветное и зеркальное остекление. Подробнее с новыми требованиями можно ознакомиться на сайте администрации города. Лидия Шулаева, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич. Служба новостей Саров, 24.